У меня все готово для ритуала. Я открою портал, когда ты закончишь свои приготовления. Я не знаю, с чем тебе придется встретиться в раю Камарана. Я создам портал с помощью ритуала из Мистериума. Мне совершенно ясно, что портал за тобой закроется. Тебе придется искать другой путь назад. Мне представляется, что Манкар Камаран служит якорем рая, так же, как сигельские камни служат якорями, удерживающими врата Обливиона. Убей Манкара Камарана, и ты разрушишь его рай. Мне открывать портал в рай? Твои приготовления закончены? До свидания, друг мой. Наша судьба в твоих руках. Возвращайся с амулетом королей. Приготовься! Что ж, наконец-то явился прихвостень Септима. Тебе ведь не приходило в голову, что ты сможешь застать меня врасплох здесь, не так ли? В раю, который я создал. Перед тобой мой рай. Гайар-Алата на древнем языке. Видение прошлого и будущего. Ты тут, чтобы положить конец этому кошмару и освободить нас из дикого сада? Все, кто находится здесь, погибли, служа нашему мастеру. Как и обещал мастер, мы стали бессмертными, как Дейдра. Наша жизнь тут кошмарна. Твари, обитающие в саду, терзают нас. После того, как они убивают нас, мы вскоре возрождаемся, и все начинается сначала. Никому еще не удалось найти выход из сада, за исключением тех немногих, кому выдали наручи избранных. Им было дозволено войти в запретный грот. Только тот, кто носит эти наручи, может войти в запретный грот. Тот, кто вошел в этот грот, никогда не возвращается. Это единственный выход из дикого сада. Только те, кто носит наручи избранных, могут войти в запретный грот. Но они никогда не возвращаются, и мы не знаем, какая судьба ожидает их. Гайар-Алата — имя, данное мастером этому месту. Мы же обычно зовем его просто Рай. Это дикий сад. На вершине этой горы находится терраса рассвета, ведущая к дворцу Манкара Камарана. Карак Агайалору. У подножия горы находится запретный грот, единственный выход из дикого сада. Оставь меня в покое!
Я! Посмотри на дикий сад. Здесь мои последователи готовятся к своему великому предназначению. Править Тамриэлем Возрожденным. Если действительно судьба избрала тебя, а я надеюсь, так дело и обстоит, этот сад не задержит тебя надолго. Теперь взгляни наверх и увидишь Карак Агайлор, мой трон на вершине рая. Я буду ждать тебя там. Обоим уничтожена Сигильская башня в Ганона. Родичи мои говорят, что ты достойный боец. Наш клан разграбил ваш город Квач. Нетрудная задача даже для скампов. Но быстрота ответного удара заслужила тебе уважение среди моего народа. Мы не ожидали, что смертный может действовать так мужественно и решительно. Мне не зазорно разговаривать с тобой. Ты говоришь открыто, как будто ты из моего народа. Я рад, что не убью тебя сразу. Из этого сада есть только один выход. Я сторожу этот путь. Ты пойдешь по этому пути, и это дарует мне честь убить тебя. Но из-за тебя мой род познал позор в Ганона. Заставить тебя служить мне — это также принесет мне честь. Я предлагаю тебе сделать выбор. Ты хочешь сразиться со мной в бою? Или хочешь служить мне? Не знал, что среди смертных встречаются такие дерзкие. Я не говорил, что буду отвечать на твои вопросы. Интересный выбор. У меня есть для тебя задание, которое станет испытанием твоей сообразительности и твоей верности. Сброд из дикого сада поймал Зивилай Анаксиса в ловушку. Я считаю его унижение уместным для него.
наказанием. Однако его позор затрагивает и меня. Этот вопрос слишком ничтожен, чтобы снимать мое внимание. Но он совсем не ничтожен для одного из моих слуг. Освободи Зивилаи Анаксиса, я вознагражу тебя ключом от запретного грота, наручами избранных. Рабы Манкара Камурана несмертные, что топчутся здесь, в диком саду. Их задача — испытывать себя в непрекращающихся битвах. Но не будучи истинными бессмертными, они лишены чести и мужества и страшатся сражений. Впрочем, при помощи уловки им удалось запереть в пещере одного из моих подчиненных, Зивилаи Анаксиса. Они проявили хитрость, и Анаксис заслужил это унижение. Но я не могу позволить, чтобы так продолжалось и дальше. Окажи мне услугу, освободив Анаксиса, тогда я вознагражу тебя наручами избранных, и ты сможешь пройти в запретный грот. Каковы новости из Тамриэля? Говорят, война идет плохо. Сюда прибыло много новеньких погибших во время падения Великих Врат. Это не имеет значения. Лорд Дагон скоро будет здесь. План мастера притворится в действие. Пожалуйста, не дайте Анаксису вырваться на свободу. Он мучает нас и днем, и ночью. Пожалуйста, не давайте Анаксису вырваться на свободу. Что тебе нужно, смертный? Он заперт в задней части пещеры. Нам понадобились недели, чтобы подготовить эту ловушку. Он убивал нас много раз, прежде чем мы добились успеха. Низшие создания Вечного Сада все еще досаждают нам. Но Анаксис был самым худшим. Он играл с нами, продлевая наши предсмертные муки ради забавы. Не освобождай его, умоляю! Оставь меня в покое.
Стой! Не... Нет! Убирайся! Итак, тебе удалось найти дорогу в Гайар-Алату. Как будто у нас без тебя тут проблем не хватало. Оставь нас в покое. Твой враг Манкар Камаран, а не мы, несчастные глупцы. Оставь меня в покое. Исыди — смертное существо. Анаксес свободен. Порядок в диком саду восстановлен. Я доволен твоей службой. За твою службу я дам тебе ключ от запретного грота, если он тебе еще нужен. Возьми наручи избранных, надень их, иначе ты не сможешь войти в запретный грот. Единственный путь, ведущий из вечного сада. Честь и гордость заставляют меня предупредить тебя. Никто не может покинуть запретный грот. За порядком там следит мой собрат Орте. Как мало ты понимаешь, ты не можешь остановить лорда Дагона.
Со времени первого утра княжества, словно драгоценные каменья, сверкают на черных просторах Обливион. Многочисленны их имена и имена их владык. Холодная гавань Меридии, трясина Периайта, 10 лунных теней Мефалы и красота рассвета. Княжество Лорхана, ошибочно называемое Темриэлем, обманутыми смертными. Да. Теперь ты понимаешь. Тамриэль — это всего лишь еще одна дейдрическая область Обливиона, давно потерянная для своего принца, преданного теми, кто служил ему. Лорд Дагон не может захватить Тамриэль, принадлежащий ему по праву рождения. Он идет, чтобы освободить захваченные земли. Умоляю тебя, убей мастера. Уничтожь это кошмарное место. На тебе наручи, но ты не заключенный. Кто ты? Что ты делаешь здесь? Сможешь ли ты сделать это? Сможешь ли ты положить конец этому вечному кошмару? Сможешь ли ты победить Манкара Камарана и освободить все эти души бедных глупцов, что последовали за ним? Послушай, я могу помочь тебе. Тебе понадобится моя помощь, если ты хочешь вообще выйти из запретного грота. Я участвовал в захвате Квача. У них не было ни единого шанса. Мы застали их врасплох и взяли стены при первой же атаке. Но они все равно сражались, отчаянно. Казалось, они верили, что этот старый мир стоит защищать. Я был убит после окончания битвы. Мы прочесывали город, ища выживших. Трое горожан, прятавшихся в подвале, напали на меня, когда я вошел в их дом. Они разорвали меня на куски, хотя, не сомневаюсь, они были тут же уничтожены моими товарищами. С тех пор, как я попал сюда, у меня было много времени, чтобы взвесить свои поступки. Взвесить и раскаяться в них. Вечность раскаяния. За мою слабость... Мастер сослал меня сюда, дабы я пытал моих бывших товарищей, проявивших подобную же неблагодарность в ответ на его дар вечной жизни. Никто из тех, на ком надеты наручи избранных, не может покинуть этот грот. Двери не откроются, а другого пути отсюда нет. Я могу снять их, но мне нужно время. Вот-вот сюда придет Дримора-надсмотрщик с проверкой. Тебе придется играть роль заключенного, пока он не уйдет. Веди себя будто пленник и делай, что я скажу. Когда Орте уйдет, мы сможем найти уединенное место, где я сниму с тебя наручи. Хорошо. Следуй за мной и не беспокойся. Ты можешь доверять мне. Ah!
Я не разговариваю с червяками. Что происходит? Кто это? Заключенный, посланный... Проявляй уважение, червь. Если ты не хочешь оказаться в клетке вместе с ними. Да, Кенриф, господин. Этот заключенный был прислан катутетом для допроса. Я как раз собирался начать его. Он не из рабов Манкара Камарана из сада. Кто он? Ничто не ускользает от твоего внимания, Кенриф. Катутет тоже задавался этим вопросом. Вот почему он прислал его для допроса. Что ж, продолжай. Конечно, Кенриф. Заключенный, в клетку! Заключенный, в клетку, живо! Я не могу умереть, но бессмертие, данное мастером, все же имеет свои плюсы. Я буду отвлекать Дремора, сколько смогу. Заслуживаю это. Все это. У тебя получилось. Впрочем, я был уверен, что у тебя не возникнет проблем. Давай снимем с тебя эти наручи. Вот, ты больше не являешься заключенным запретного грота. Позволь мне пойти с тобой. Позволь мне помочь тебе убить Манкара Камарана. Я тоже кое-что могу. В одиночку мне не по силам противостоять Манкару Камарану, но, возможно, вместе мы сможем найти способ уничтожить его. Веди. Отлично, защитник. Ты продвигаешься быстро и уверенно. Возможно, тебе все же удастся добраться до меня. Ты думаешь, я издеваюсь над тобой? Вовсе нет. В твоем пришествии я слышу шаги судьбы. И
Ты последний защитник умирающего Тамриэля, а я стою у колыбели мифического рассвета Тамриэля Возрожденного. Я приветствую тебя, если и вправду судьба послала тебя. Я устал от самозванных героев, которые пытались встать у меня на пути только для... Ah!